Доброго ранку! З вами рубрика, з якої має починатися ваш день. Сіли, встали разом із професійною фітнес-тренеркою Оленою Файзуліною. Будемо робити руханку. Олено, привіт тобі! Як будемо сьогодні прокидати Донбас? Привет, Свет! Доброе утро, телезрители! Сегодня я предлагаю сделать круговую тренировку. Но напоминаю, перед началом тренировки обязательно разомнитесь. Это может быть танцы, бег, ходьба быстрым шагом. Разомнитесь, разогрейтесь, растянитесь. И тогда уже приступайте к нашей тренировке. У нас будет круговая тренировка. В каждом круге будет 5 упражнений. Каждое упражнение мы повторим 30 раз. Ты готова, Свет? Я готова, але переживаю. Итак, первое упражнение – приседания. Ножки у нас на уровне тазовых косточек. Максимально растягиваем ягодицы, ручки вперед. И прижимаем, встаем. Вдох, выдох. Ставим ножки, Свет. Так. Отлично. Нормально встали, да. Завтра можна розпочинати. Дівчат, дивлячись на виконання цієї вправи Оленку, професійну фітнес-тренерку, зрозуміло одне. Нам з вами потрібно уявляти, що позаду нас стоїть стілець, але він дуже далеко, і до нього потрібно тягнутися. Та ще й так ручки так потрібно. Вперед. Все верно, Свет. Чуть-чуть ще витягивай таз назад. Старайся вес тіла розподіляти на п'яточки. Не уходи коленочками вперед. Умница, отлично. И вот так вот 30 раз. Слухайте, ну це важко 30 разів, а потім, я так розумію, ще потрібно повторювати ці підходи. Да-да-да, у нас буде 5 кругов із цих упражнень. Трошки важкувато спині, тож, дівчатка, у кого є проблеми, я б, напевно, не радила поки з цього починати. Оберіть щось легеньке. Хорошо, Свет, молодец, закончили. Итак, мы приступаем к следующему упражнению. И в круговой тренировке мы не делаем отдыха. Поэтому, Света, следующее упражнение. Даже 15 секунд не подыхаем? Нет, отдохнем после 5-го упражнения уже. Добре, давайте переходите. Следующее у нас упражнение – приседание с резиночкой. Нам необходимо взять резиночку, ставим ножки, как на приседание. Мы повторяем приседание, но добавляем еще ручки. Упор. Резиночку вот лучше взять вот так, Свет. Да, молодец. Посмотри на меня. Мы присаживаемся и затем вытягиваем наверх. Присаживаемся и вытягиваем наверх. Хорошо, Свет, старайся следить за ягодицами. Как в приседании, ты оттягиваешь попу назад и максимально прожимаешь. Локти старайся на уровне колен держать. Отлично, выдох. Слушай, это важко. Важко, зато буде красиво. Вона так тягне, видах. Просто неймовірно. Вона дуже така жорстка, і від неї трошечки залишаються сліди на тілі. Можливо, краще робити таку вправу. Ми порекомендуємо нашим телеглядачкам робити це не в майці, а ковтинку якусь надягати. Бо в кого ніжна шкіра, можна взяти резиночку з меншим натяженням. У тебе все-таки трудна резиночка, я би сказала. А, вони є за рівнями? Да, вони є різні, з різним натяженням. Тобто червоний – це вже для професіоналів. Оце да, ви да, мене да. підвищили. Не забувай дишати, пожалуйста. Видих наверх, вдох. Выдох, вдох. Молодец. Максимально держи колени, чтобы они не выходили за носок. Мы максимально работаем над ягодицами. Умница, молодец. Вот так 30 раз. Да вы что, какие 30? Уже стомилась, но все одно мое это делать. 30 раз без отдыха. Света, ты сможешь. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Отлично, молодец, Свет. Итак, дорогие телезрители, 30 раз. Не забываем об этом. Переходим к следующему упражнению. Отдыха у нас нет. Следующее упражнение мы оставляем резиночку также, Свет. Ножки у нас как на приседании, на уровне тазовых косточек. Чуть-чуть таз назад. Спинка ровная. Опускаем вниз ручки и прожимаем локоточками назад. Вниз, локти назад за спину свели. Вниз, за спину. Я правильно розумію, що у цій вправі у нас повністю працює вся спина? Да, все правильно. І помимо цього, ще задня поверхність руки. Це дуже важливо, особливо, якщо тренуються дівчатки з нами. Ага, Свет, пожалуйста, локти заводи за спину. Хорошо. Ручки не піднімай груди, вони йдуть к тазовим косточкам. Умничка. Открили спинку, закрили. Не торопись. Не забывай, Света, дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. І так 30 раз. Спасибо. Знаєте, це мені нагадує відому кінострічку, де вона каже,
грудь вперед и пошла, пошла. И это майже так само в цій вправі. Отлично. А так потрібно, буде красиво. Итак, переходим к следующему упражнению. Напоминаю, что отдыха у нас нет между упражнениями. Также резиночку оставляем у нас внизу. Здесь мы берем, максимально раскрываем плечи хорошо, перед собой кулачки. Мы сокращаем на бицепс и опускаем. Выдох, вдох, выдох, вдох. Свет, возьми кулачки вот так, это будет удобнее для тебя. Угу. Локти зафиксированы. Выдох, вдох, выдох, вдох. Старайся спинку держать прямо, между лопаточками, как будто у тебя карандаш. Молодец, дыши правильно. Отлично, Свет. И вот так вот 30 раз. И приступим к пятому упражнению. Опускаемся на коврик. Нарешті. Называется это упражнение «Книжка». Мы сейчас делаем облегченный вариант. Ручки ставим таким образом. Ножку мы поднимаем к груди и опускаем. Выдох, вдох, выдох, вдох. Не забываем, что выдох мы обязательно делаем на прожатии пресса. Выдох, вдох, выдох, вдох. Опускайся, раскрывайся, как книжечка. Собралась, опустилась, собралась, опустилась. Отлично. Молодец, Свет. І так 30 раз. Дівчатка, потрібно не бути розслабленими під час цієї вправи. Потрібно ось тут робити камінчик. І тоді реально отримаєте крутий прес. Отлично, Свет. Молодец. І це упражнення нам треба повторити також 30 раз. Фу, 30 разів, дівчатка. Ох, я вам вже не заздрю. Але це обіцяє бути класним потім, коли ви побачите свої форми. Як ти себе чувствуєш, Свет? Чесно кажучи, прекрасно. Я відчуваю, що повністю прокачане усе тіло, але трошки є напруга в руках. Да, ми сьогодні отлично поработали на руки. Не забувайте, що этот круг вам нужно повторить раз. Тогда ви увидите результат. Бадьорого ранку! З вами була Світлана Попова, Олена Файзуліна. Смотрите, сели, встали, занимайтесь вместе с нами. Зустрінемось вже наступному випуску.